Соцреализм и индустриальный пейзаж. В Музее истории ПНТЗ устроили выставку картин. Все работы из фонда музея, некоторые из них зрителям в последний раз показывали больше 30 лет назад. На выставке 60 работ, в их числе 9 портретов новотрубников героев социалистического труда – Федора Данилова, Аркадия Ячменева, Петра Ненашева и других. В 80-е годы портреты заводчан писали известные свердловские художники советского периода – Свинкин, Бурлаков, Ничиухин. Также на выставке представлены картины в жанре «Индустриальный пейзаж». Это улицы города, заводские цеха и проходные. Все работы переданы в музей дирекции завода и хранятся здесь уже несколько десятков лет. Зрителям картины показывают только по особым случаям. На этот раз выставку организовали к юбилею. Музею истории ПНТЗ исполняется 45 лет. Достижений достаточно много, но самое главное из них – это, конечно же, наши посетители. Это иногородние жители, это сегодня международные гости, которые в свете чемпионата мира приезжают к нам в музей. И мы постоянно встречаем разные делегации.